кто у меня тут такой прекрасный? Такой сладкий зайчик, замурчательный. На улице сегодня прохладненько, да? Гердочка сегодня в домике лежит. В домике лежит моя сладкая. А я пришла тебе вот окошки помыть. Принесла тут ведро, тряпочку. Сейчас мы с тобой будем окна мыть. Мышка сегодня травку стелил на балконе. А мы с тобой пойдем сейчас окна мыть, да? Пойдем. Опа! Ты ко мне пришла? Да, окно мыть давай. Окошко мыть давай. Коська, давай мы с тобой окошко. Нет, подожди. Подожди. Мы моем с тобой окошко. У нас весна, и должно быть чистое окно. Чтобы тебе было тут хорошо смотреть. Опачки, моя лапочка. Ай, ты больно мне делаешь. О, ты что так лижешь? Больно. Кисуля моя сладкая. Девочка моя любимая моя. Мяка моя, мяка моя, котелка, мяка моя, мяка. Чего мои сладкие. Чуть не лизнула меня прям в лицо. Прям в лицо мне чуть не лизнула моя кошка. И с ней прям почти что в губы. Да что ты, моя малютка, такая лоскутия. Что ты такая лоскутия, заяц моя? В коробочку залегла, я пришла тут окно помыть, а ты в коробочку со мной рядышком залегла. Ай, хитрая лисенка, ой, ты хитрая моя лисенка, хитрая моя лисенка, позвольте, моя девочка. Чувствует себя хорошо, моя зайка. Вчера только вечером она меня напугала, когда из всей порции съела только курочку, отказалась есть мясо. Там, правда, была микс двух мяс. Двух видов мяса. Она съела только курицу, отказалась есть мясо вообще, чем очень меня напугало, потому что я уже готова была расплакаться, что опять что-то не так. Но сегодня утром все в порядке, покушала прекрасно. И сейчас ждала меня, что я уже с едой пришла, а я только пришла еще окна к ней помыть. Да, звездочка моя? Тимой птенчик, Тимой сладкий кусончик, Тимой сладкий кисончик, мурчака, Тимой сладкий мурчака, кисунь мой, булочка моя сладкая, булочка, дай глазки почищу, булочки мои, ничего, зайчка моя сладочка, моя хорошая такая. Ой, сколько с кошки шерсти лезет. Ой-ой-ой. Вы посмотрите на ее матрасик. Он же просто... Ой, осторожно. Ой, какие потягушки на лестнице. Вся грация кошачья. Вы посмотрите на ее матрасик. Это же просто сплошной валенок. Тут уже все пролежало. Он уже, видите, как проминается. Кошмар. Просто сплошной валенок. Ну ничего, Гердусе все нравится. Сейчас ужин чуть попозже будет. Она уже ждет, когда ей еду принесут. Сейчас, мой сладенький. Все, нет еды, нет счастья. Герда пошла гулять.